Меняются цены не только на бытовую технику, но и на продукты питания. Об этом редакция Амурской службы новостей знает не понаслышке. Каждые две недели наш корреспондент отслеживает цены на необходимые каждой семье продукты. Общая стоимость потребительской корзины своего постоянно меняется, но незначительно. Узнаем, какая ситуация сложилась за последние две недели. Рубрика «Свой контроль» продолжит эфир. По традиции, Амурская служба новостей отправляется в магазин, чтобы узнать, изменились ли цены спустя две недели на продукты, необходимые каждой семье. Молоко жирностью 3,2% не изменилось в цене. Как и две недели назад, пакет молока стоит 57 рублей. 200-граммовая пачка сливочного масла тоже не изменилась в цене. Как и прежде, она стоит 120 рублей 50 копеек. Удерживает ценовую позицию и колбаса. Килограмм стоит 435 рублей. Нам нужны картофель, огурцы и яблоки. Спустя две недели цены на эти продукты не изменились. А вот стоимость десятка яиц изменилась. Теперь они стоят 50 рублей. Цены на сахар, крупу и гречку спустя две недели не изменились. Пожалуйста, 1094 рубля. По прошествии двух недель общая стоимость потребительской корзины уменьшилась на 9 рублей. Как вы заметили, в цене упали только яйца. Мы продолжаем следить за ценами на продукты, необходимые каждой семье. Свой контроль осуществляли Галина Макушенко, Виктор Швецов, Амурская служба новостей.